номер один. Глория Дэй. История ее настолько мелодраматична. Вывезена была во время Второй мировой войны из Франции, это селекция Миян, в Америку, размножена в питомниках и возвращена после освобождения Франции в 45 году. Поэтому второе ее название – «Роза Пис», «Роза Мира». Шикарные, огромные чаши до 18 сантиметров. Иногда она вырастает, хороша и в распуске, и в бутонах. Кожистая листва. Куст вырастает до 1,20–1,30 м высотою. Могу показать только одну веточку, так как основную обрезку уже произвели. Этой розе более 20 лет в нашем саду. Шикарная роза всех времен и народов. Стандарт роз Глория Дэй. Je voulais vivre d'autres amours, d'autres je t'aime, d'autres toujours. Mais c'est de toi que je rêvais la nuit, mon amour. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre. Ses peines, ses joies, ses folies.